с кефир. Что там, У кого? кто не... у совы, что Да, ли? блядь, я... Ну вот шеи нету, да, это, конечно, это... Такое себе. Что ты там сделал, спрей? Да я билд не помню, какой это у меня был тогда. Блядь, ну, дон там кидал куда-то. Ой, подожди, сейчас, 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 давай я сделаю. Ты гибриды ему нарисовать хочешь? Да, стандартный гибрид. Да, потому что 20 хосты, это, ну... Охуенно. Да, 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 у нас тут есть просто вар, и у нас есть редрик. А вар тут будет дамажить сильно. Ну, ШП только по одной пати дает. Не там отхил такой. Босс ШМ, да, дает масс отхил. ШМ. А, испарин скинул. И права дал в этот. Канал закрытый. Оказывается, этот кристалл на хилпала уже нормальный. Если у хилпала один кахосты. То есть он хорошо прокает. Ну, точнее, когда захиливаешь нормально, так можно стаков набить. Только если у тебя где-то 900, от 900 до 1к хосты хилпала. Я потестил, он нормально работает. Получше, чем вот это вот на 10 секунд мольба. Такая. На СП так и дает. А у нас у всех 5% маны есть идеальный. Тут у нас и Айнен, и я, и ты. Как бы тут достаточно эльфов. А, Дрич, давай шкафчик. У Трича перчаток нету. Или тебе они и не нужны? Т4. Ну, черный штаны будут вообще. У них штаны офсет? Да Дричу не дают просто шмот. Да в смысле, пусть он с нами в этот, когда... Ну, либо вторник, либо среда у нас будет кара. Приходи, Дрич. А, эти тебе больше нравятся. Тогда окей. Я думал, чего ж выбил. Так, ну, Исполин, ты все видел, знаешь, как что танчить. А можно рыбку, если есть? И столик. Да, конечно, я сейчас поставлю. Побери еще 40 секунд. Давайте. У тебя саппорт есть, господин? Есть у кого массово? Нет, нету. Держи. Подожди. Блин, ты далеко сейчас покушаю. На тебе саппорт. А пристабав будет со свитка, да? Да-да-да. Ой, точно, я же забыл. А сейчас почту поставлю. Ни у кого, нет. Да, нету маслиц? СПДшного нету. Так, могу взять на ОУК, купить, скинуть кому надо. Давай, я слетаю, куплю. Кому дать, кому дать? У а, Гарри. Ну либо слетать у вас, это шкаф. О, спасибо. Спасибо. Дрич, дам только одну. Так, давайте. А, по тактике, что здесь добавляется? У меня три. Лужа, которая на вас кидается огонь на первом из боссов, она оставляет на вас поджог. Он дамажит там сколько-то там урона раз в 3 секунды. Чем дольше стоите, тем больше стаков. Выходить нужно прям сразу. Да, немножко один. Не так делал, сделал. Что? Один скилл не туда поставил. А чё я не так скинул? Не, я неправильно поставил. А, ты... Да, так главное, чтобы у тебя была хоста и этот... Сейчас посмотрю, чего у тебя там. Корнес, по мане будешь садиться? Скажешь, я инер залив. Отражение. А, ну да-да-да. Ну, отражение я... Чтобы этих... ну, жуки.
Они же точно бьют. Ну, направленные с ПВ. Да, это пойдет. Настой пьете все, чтобы хоть ДПС у вас был. Вон, я ж вижу, что Дрейч, Абди и Друида нету. Я уже выпил. Ну, все хорошо. 5, 4, 3, 2, 1. Изложи, Айнон. Под боссу зорки. Лев. По трещу ПР. Да, уже. Лапку бафнуть. Я тебе уже стою. Ну, тут реакция нужна от всех просто. Вышел идеальный. Боб, кинь. Они просто полагают. Сейчас, давай 300 тысяч. Это уж тут дожмем. Боб, сейчас. Боб, да. Да, ДПС, наверное. Кидать Боб или еще? Да, конечно, давай. О, я случайно перепутал. Поэтому тогда прохиливайте. Да, если кто-то другой паладин, пусть даст. Не тому дал. Герл. Кислотную играем. Поставил. Эрнеса бьет за таунт кислотную. Просто обычный таунт, он тебя заберет, а гроти не поможет. Сейчас рейндж держим, плевок смотрим. Ну, смотрите, лужу под возле вас, велики. Айнон, понятно, стоял не там. А, идеально, подними Айнона. Иннер закиньте. Угу. Не, ну лучше часть. Перейдите на эту побейте. Айнон, есть стать? Если есть, вставай. Да, давай. А идеального разморозь. Разморозь. А БР есть? Идеальный. Кого? Меня. Лапку бы. Иннер по Корнесу, если есть. А, не, уже да, КД. Да, вижу, уже КД. Ну, вы сильно много урона получаете. Тут ничего не сделать. Дует. Опять позиционку, ребят, ну смотрите, ну перед экипом. Ну зачем реально стоять? Реально, это вред. Ну, блядь, что Айнон так умер, смени, что? С меня. Ну, с меня. А, снимайте сейчас уже все. Маны нету ни у кого. Я тебя охотой как могу. Побью босс. Верки ложа. Есть каска по ходу? Каска, кулак, вообще ничего нету. Сейчас появится этот скоро босс. Мы этого почти добили, нормально. Да. Я с маной еще. Должно быть. Собирай на себя. Добиваем, 500 тысяч осталось. Нужно до коста, пока нас не откинет. Блять, закопался. Плохо. Угу. Я доиграю в него. Стоим возле ворот.
300 камней. РДД, РДД, 300 тысяч. Вот это нажал. Очень большой радиус работы ее, это просто жесть. Еще разок, я думаю. Вот носом бьет, конечно. Да, все, все. Да. Ну, супер много смертей, ДПС, и приходится. ДПС ешь да, чем вообще. Угодно. Да. Проходим спокойно. Не, по ДПС не пройдем. Просто не тупите. Да, не лутайте столько урона. А тут не получается, Кронос. Тут так и так его лутаешь. А Филос? Не, ну, первая фаза, там, где ноги не отходили вовремя. Поэтому... Кронос, я хочу от тебя детей. Тихо. Это потом. Я тут тоже фул по мане садился, но на второй фазе вообще. По мане. И этот фул хочу. Да не, было бы все нормально с маной, если бы. Если бы. У тебя ты на первой фазе фул по мане? На первой фазе все нормально у меня. Вот на второй фазе начали все полутать столько урона, поэтому. Еще Боб не тому отдал, мой косяк. Я не один такой хотел. Идеальный ты там хотел? А что, можешь СС, да, на танк? БРФКД? Я сомневаюсь, что здесь танк потеряет. Ну, давай СС на танк. Лучше на миликов, мне кажется, СС раздали. Нихуя у тебя с ханта маны рез светом вообще пиздец. В два раза больше, чем ретрик. Угу. Сурф много маны регенит, да. 300 баф. А тут на самом деле миличник, только вар и только пов один. 300 баф. Бафни эту свитку? А, точно. Все. Угу. Я пойду поговорю, да. Давайте так, ну все познакомились с боссом, что происходит, знаем теперь. Рейндж держим на второй фазе. Слишком, блин, набирай огромные там. Я напуливаю, конечно, но все равно. Да, ну почему вы не в гильдии, чтобы люди стрим смотрели? За приватную вечеринку, блин. Угу. Понял. Ну тут на самом деле по-хорошему... Твой бро только за билет заплатился. Нет, нет. Никто тебя не должен бить. Чтобы люди посмотрели перед 25-кой. Ну, по-хорошему. А если вот это мы бьем... Да, я там поздно отвел просто. Да, не, ну я это к тому, что... Блин, кислотная. Она, если огромна тебе, а она бьет кого-то другого, она не начнет бить тебя, она так и продолжит. Бить того. Просто таунтом забираешь ее тогда на себя и все. Идеально, лучше не бегать, тебя в мели еще и каз сбивают. И с ног сбивают. Айнен, ой, Корнес. Да, вижу. Айнен тоже. У кого-то микрофон. Да, у кого-то микрофон. Конечно, не сильно мешает. Микрофон. Идеально. Босс, Карик. Айнен вышел. Айнен поднять. Притворился. РДД рейндж наберите, кас пусть сбивать. Босс подвинулся. Так, где проки у меня? Тут 4. Не говори. ДПСа нет вообще. Я да, в этот раз дольше бьем. А Исполина должна так пробивать сильно? Да, там стаки. Там по 30 тысяч урона хватает. Ну, конечно, не у Боб, но... Дрич сильно далеко. Дайте Боб. Этого, в Снобальда все сыграли. Боб, паладин. Ты сильно далеко, все. Сними только его. Сними Боб! 2, 1. Питомец еще умер.
поднять. Таунт, спарин сейчас. По кислотный таунт, Корнессер. Ты можешь баблом снять. Да, я хотел бабл сохранить как-то. А чё он не снимает? Потому что в огненную же надо. Снимай уже баблу. Да, у меня аж нет бабла. Спалин, блядь, да, ну всё, блядь, незыблемость у тебя была. Я прожал незыблемость. Поздно ты прожал. Да всё, я заморозился, можем падать. Ты чё-то не туда Эрнес, да, такое? Да, я тут... Ну, блядь, бабл есть. Не, тут у меня бабла нету. Оставляй бабл. Больше не на что оставлять этот. Я на вторую оставлял бабу, потому что в большинстве случаев меня кидал. Слушай, мы за первую, короче, на фугу ее сносим. Да, у вас 800 там всего оставалось, а ты то. Прям вообще хорошо влились. У меня не прокол вообще. На выходе 7-7 мало. Короче, я понял то, что конденсатор вообще такой себе. Там чипсики хавают. Да, это Донт, его по микрофону слышно. Это единственный чек, который есть во время рейда. Ну, Донт, я говорил, два трая и третьего должны закрывать его. А мы с первого должны были закрывать. Ну, не все смотрели, не все знали, что здесь вообще происходит. Из огня выходи, уже не стой. А ЕП будет за просмотр стрима? Главное, чтобы ГП не дали, да? Это будет меньше ГП в 25-ке, если за просмотр стрима. Рыбка есть? Да, ё. А, вот просто. А вы, кстати, не пробовали обновлять стаки? Работает, не работает? Ой, не стаки этот, а таймер. Ну, не таймер, а это количество попыток. Даже после ребута не работает. Да. Не работает, да? Ну вы не перекидывали, да, 25-ку в 10-ку, это не пробовали схему мутить? Не-не. Давайте запускать, а то я уже горю от себя. Ты как Корнесс, оставь бабу на второй. Я, конечно, понимаю то, что крылья там, заявись. Корнесс, сделай что-нибудь, пофикси свою игру. Ну, дрыщ, не факт. Волонер собрал, и все, начинает слэк. Дай хоть посмотрю на тебя, блядь. Почему Ваванир перетащить нельзя в сумку свою, нахуй? Ну ты... Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер годовой гряды был призван Гормак... Я жалко, что нельзя этого вара замутать. 5, 4, 3, 2, 1... Зря, короче, сменил немного этот интерфейс. Теперь привыкать к нему. Вот и всегда. Кстати, ты бы это лучше бы вара бы давал бы эту истерию. У меня много магии. Но вар там чистый физа. Айден, вышел. А, вара. Кстати, я тоже увидел, когда с этой стороны стоишь, как летит действительно вообще изи. Гарик, давай под босса. Ты-то под босса уже иди. Как страхово, да? Не-не-не, это, ну, узорки в сноубольдах мы это вкливаем. У нас есть Варус и Сур, и Ретрик там. Боб. Я притворился. Снял? Снимай. Пять, четыре, три, два, один. Кислотная игра.
Там уже, смотри аккуратно. О, в него пошло. Сверни чуть-чуть от рейда, может задуть сейчас нос. 300 тысяч, давайте. Блин, сорки чуть не закончился. Ебать, а они нам дали. Может мы доиграем тогда милики в эту? Да, мы уже убьем 50 тысяч. Инр есть по ходу? Да, дам, да. Даю. Минус. Идеального поднять надо. Идеального подниму. Хиль пока кормис. Вставай. Милики. Скоро появится. Готовься. РТД, Карнес. Зорки. Зорки отлично скинул. Не, еще закопка времени дохуя. Он вот на середине этой закопки, да. Тут ДПС дохуище. Вот ты, блядь, накручиваешь, пиздец. Давайте 100 тысяч. Вот сейчас вот смотрю, самое главное, тотемы убирай, когда бегать. Да, да, он может тотемы врезаться, мы так вайпались из-за этого. Ну а ты дом пета своего контри, вообще лучше на пассив поставь. У меня на пассиве, у меня через макросы атака идет. Я в ульге набегался, напуливался уже. Не, просто он в него врезается тоже, в пета. Да, я знаю, да. Притом так поуебаться. А давайте это возле ворот все станем ближе, чтобы в ту сторону хотя бы улететь. Нафармание. А тайны надбежали. Дух включил. Приехали. Дон животных поставил в отслеживание. Да. А хилы в одной полуплоскости не стойте, чтобы вас двоих не задуло. Поднимите, поднимите. Спасибо. А ДПС же не апается, да, кому вступится? Идеальный. Апается. Не, дисциплина, дверь не апается. Ой, на тоненького собака твоя прибежала. Че, тоненького? Сам ты на тоненького. Да там пиздец. Нормальная у меня собака. Нет, она пробежала очень. Очень опасно. Я понимаю. Я брызанула за ногу в беге, блядь. Тоненькая собака. Прохил. Тоненькая это такса, что ли? Ранквил отдал. На тоненького, блядь, слушайте, нахуй, чё, напряжённый, блядь. Блядь, мы знаешь, почему радостный? Потому что мы тут 4 часа проебали уже. В смысле, какие 4 часа вы, блядь, в 20:00 собрались, блядь, салам алейкум. Не-не-не, мы в 2 часа собирались рейдом и так не убили этого босса. Да я понял, уже слышал эту всю историю. ДПС не хватило. ГЦ? Угу. Бра, мы прошли Варкрафт. Дон, ты видел, я как Ванга, да, сказал два. Третий, да. Я сказал два раза вайпнитесь, на третий убьете. Ой, ботиночки-то классные. Блин, ботинки вообще, бля, я как за ними шел прям как раз. Ой, я сам. Бог любит троллить. Не распыляйте ремни-то зачем? Ну нажми мне этот, мне нужно и все. Босс, забирай ботинки. Фу, Войд, блядь, где трансмог? Какой трансмог? Че тебе, мой молоток не нравится? Не открывай больше меню персонажа. Не поворачивайся. Бери камеру. Фу. С вас 5000 голды. Давайте 25 хотя бы закроем. Войд, кикни Невера. В смысле? Ну, с трансляцией, я говорю. Да в смысле? Ну, это просто... Забронил на канале. Я... Посмотрим сейчас. Вот второй босс должен быть легче, но... Пробафайте друида. Вспомните, как в обычке у нас появляются порталы и появляются вулканы. Только в эти порталы теперь нужно играть. В эти вулканы тоже нужно играть.
Исполин, также салатанчик, подводишь босса к этим порталам, которые появляются, и мы их кливаем. Точнее, мы в них все свечимся, милики кливают через них в босса, а РДшники просто в них играют. Сейчас будет, блядь, боль. Не. А слышишь, этот, ты по герам и бурстам распредели, потому что может ДПС не хватить в это все. Ты что, у нас тут ДПС, но... Не-не-не, под вулканы просто, смотри, под вулканы гера сдается, по старой бурсты, либо наоборот. У нас 5 минут гера. Тут у них ДПС, блядь, да жопа. Да, слушай. Больше, чем интернал хьюмы, на 10%, наверное. В 25-ке? Сколько у нас вообще? 50-ка, в Этернал. Сколько вообще ДПС у нас был еще на чудовище? 66. Ну, а у меня... Не, у нас было 55. Ну, я еще не считал. На выходе. В этом среднем крае. 5, а у них 56, да? Ну, здесь у нас значительно больше. Здесь 66 еще. Где-то 66-67. Да вот, не ДПСят. И Карнест не доигрывают. Не доигрывают, да? Подождите, а я что, не поговорил, что ли? Не поговорил. Давай я поговорю. Ну, что-то бегаем просто. Карнест просто не бил молотком. Мы сейчас припоты будем пить, да? Карнест, да. Блядь, иди твой капор ПБ нахуй улипал. Так, тут огонь я включил. Ну, стаки, наверное, сам спишь. Давайте первый, короче, трое, я стаки один. А что у нас? У тебя мир во время атаки стакает. Если что, мне инер. Так я, у меня ДПС лопается. Это, слышишь, Корнес, поставил бы третий, у нас же это шаман есть, он от огня может поставить. Или ты мастер хочешь отдавать? А, у нас два паладина, тьфу, блин. Босс хоть залутал ступни? Ну, ему отдадут, даже? Я отдал, да, ступни, конечно. О, ГЦ, босс. Я тоже за ними, у меня списки они. Мне-то не жалко, тем более это на мейна, у меня на офф. Вот правильно, не доиграл, пояс не упал. Вот и все. 67 тысяч ДПС. А ты поезд тоже этот босс одеваешь вместо 39-го, да? Не, а кто поезд тогда забрал? Бля, вы что, без плащей будете? Вообще охуели, блядь. Угу. Да хоть бы ну, на следующем, там, когда плащи, значит, будут. Сейчас привыкнем к тактикам. Да, давайте, я там как раз уже, может, на вот починится. Да. Мне плащ как раз нужен на РПБ. Фласки-то забываем выпить. Припут. Бой 13 секунд пишет мне. 10 у меня. Ну да. Ничтожный гном. 2. Бля, вот со звуком играешь. Класс. В смысле, я тоже бухаю. Эту фразу Софу не слышал. Что с Корнесом стало? Луч? Да, у меня скверы. КД. А, БР есть у нас? Нет, у нас нет БР. Дали. А, дали, отлично. Я считал уиннер. А, мы оба вкливаем. Дайте ему там бафы, Кристо и все остальные. Я лапку бафну. Пламя вот. О, вулкан, к вулкану, подсвети, вулкан играем. Хочешь по вулкану? Забаньте этого, который кастует. Да уже черепочек играем. Мастан дай. Ой. Вара прихил. Я себя отхилил. Хильте других. У нас вроде один БР есть еще. А минуту когда? До минуты еще. Минуту. Тут до берсы еще 7 с лишним минут. Как
Отойди, зорки. А мы под следующий можем Герус дать. Да, мы так сделаем. Надо было что-то под этот, я что-то потупил. Да, портал, да. портал. Я Саву словил. Больше портал. Все, босс дальше. Ставки спружите, я как бы, да. Один снял. Блять, шотнул. Пытаемся. Домажьте. БР кого давать? Да, тебя, да. Донт? Да, давай меня. Я больше заклеиваю. БР. Портал появится. Точнее, вулкан. Есть. Просто опять сбили. А Геру дадите под вулкан? Геру, давайте. Вулкан, играем. А Дрищ, каждый, который выходит, кастует, ты его в бан кидает. Все, все, это мне твоя основная задача. Бан не кидают. Я тайфуном сбил. Нет. Последнего скверы добиваем и босс играем. Там еще двое. Не, это госпожа. А, нет, это инфернал есть. Инфернал есть. Все, все, инферналы закончились. Исполни, не крути, там у меня атрапы стоят. Касты сбиваю. Я стою. Бабы. Эти бабы. Они, короче, сердечко на тебе вешают. Кас сбиваются. Я побежал. Хил. Какой-нибудь. Я тебя нахлопал. Отлично, отлично. Врата. В портал надо сыграть. Все, босса. Идеальный, тащи. Дефайся. Нечем. 800 тысяч. Не бомжи прошу. Есть? Да. Да не, у нас вроде нормальный рейд. Идеальный оверхиль просто исполина. Я думаю, вы должны загасить. Без бомжа. Да, но у нас два человека дамажит. Ну, должны. Дамажит, до конца просто этот и нормально добьете. Сам говорю, что... там себя тоже подхилю чуть-чуть. Идеальный подбежал. Блять, еще и тут появился. 100 да, тысяч. Как? Бейте. 70, 60. Блять. Ай, надо, блять. Ладно, убьем, нормально. 61 тысяча, блядь. Какая залупня, блять. Обидно так, как будто сам в рейде сижу. Да это. Да, они там Сава кидают. Да, блять, он дамажит мало, пиздец. Заруинил вам всю катку, блять. Возьмите себе нормального хэнта. Наверх, когда у тебя там уже компьютер починят? Да, блядь, ты... покажешь всем. Когда ты за своего топ-хэнта зайдешь? Блядь, никогда, походу, не знаю, блядь. Вот так травите душу. Не знаю, наверное, мне кажется, СНК побольше тебе дает, не? Ну, слушай, на самом деле, блядь, с этим, блядь, трапом, она так, блядь, урона дает, ебанешься. Ну, я об этом же. Это пиздец, блядь, просто нереальные цифры. Из ниоткуда. Вот серьезно, из ниоткуда. Вроде обычная трапа, да? Да, блядь. 400 ДПС. Там пиздец, блядь, 30% в этом. Блядь, ну ты как нахуй? Просто, блядь, подошел раз 30 секунд, блядь, положил, блядь, ушел. Все. Типа. Ну за что за пиздец, блядь? А ты там, блядь, потеешь, блядь. Ходишь, блядь. Мелишь шажки, блядь, выстрел. Мелишь шажок, выстрел, блядь. Че, Геру подождем полторы мета, секунд 30, чтобы под первые эти инферналов залить. Невер, я вчера также на груле. Там, короче, идеально, смотри, на тебе появляется, как от соблазна локовского, такая хуйня, сердечко над лицом, и тебе, значит, сразу сдадут. А по контролям, кстати, в ВВК не работают, работает, по-моему, только стан паладиновский массовый и ветра друидовские, но это не точно.
Да, ветра, наверное, нет. Тайфун работает, сбить космос. Ну, тайфун-то понятно, он просто талкивает. Уже хорошо. Потому что этот каст надо сбивать. Ну чё? Ну, час у нас минута, Геры. Вы Геру скину хотите? Не-не-не. Так она откатится, там минута с чем-то дает. Да, ну, на всякий случай, пусть она появится. Мне просто как Геру скину. Ну все, тогда еще 5 минут ждем 2 БР, да, и поехали. Не, ну если сделать типа 25... Не, ну когда 50 на 50 идете, то да-да, нужно типа героя. Нет, 25 пушки дают нормально. Да, за 25 надо, ну, надо лутать сундучок. Не, если полтинник делаете, тогда на полтиннике нужно сидеть уже. Писать Корнесу. Это хорошо. Ну что, идеально, у Волонир не собрали все, с этой проблемой. Я тоже считаю, да, все из-за этого. Мне кажется, нужно во вброса брать 2 волонира. Во-во-во, я за тут. Так, все готовы, ладно. Они трапу. Одну, вторую, третью ставлю. Кто-нибудь там нажмите, потому что он сразу спулится. Хилый какой-нибудь. Идеально побежал. Все. Сто 58 тысяч урона. Что я нажал? Ничего еще не нажал. Я уже в топе какого-то хера. Вообще врата будут. И пламя вместе с ним. Си, сохрани. В ринжу наберите. Тихо. Триш побежал. Нормально. 5 секунд. 2 секунды. Да, 2 секунды. Давайте Гера. Вулкан сыграли? За босс. Тайфун. Отлично. Добиваем все, что движется. Эту госпожу оставьте. Она сама заклеивается. Бурсты не отдавайте, оставьте по второй вулкан. А второго... О, мы очень быстро все слили. У нас еще Гера есть и можно дамажить. Сейчас только единственное врата надо будет залить. Угу. У следа успеете, так. Ну тут ДПС, ну что вообще. Ну я внизу, блядь. Соло не дамажит. Кливый, не кливый, тут все равно. Что она мало дает? Ага. Обычно, блядь, его хуй догонишь, блядь, сейчас он так мой или... Да, врата. Братик, проснись. Дверей. Ну все, у нас... А пол хп, треть хп закончились. А есть титр у меня? Еще меня это, в идеального или в кого? В Зоркова. В Зорки. Еще босс отдал. 4-4 полутает, хурик переоденет вообще. Передогости. Кого? Абдитрифа? Да. Варьора нашего. О, давайте просто назвать его воины, все. Варьте мне, ладно. О, запястье, у кого есть портняга, забирайте. У меня есть. Я изучил уже. Сферки я предлагаю просто, ну, брать, продавать и раскидывать. Ну, либо копить и кому-нибудь парову крафтить. А что хорошего выпало-то? Не увидел. А, запястье на кастера. А кольцо не упало, да? Сфера сверху обезьяна. Босс, ты видел, там кольцо лучше, чем скорожана с двумя сокетами. Кольцо заебись, да. Так, все, просто аспект, чем разъебал. Идеальный, забрал.
Сфер. Это для фотки. Все нормально. Идеально мне сферку отдал. Дрищ ГЦ. Карниз тише, не надо это с дыркой? Короче, пацаны, у меня теперь есть нет, не наручи, если кому надо. Никит ГЦ, ё-моё. Ну, хоть что-то сролил сам. Не за ГП получил. У нас теперь чемпионы. Чем? Ой, блядь, вот сейчас душнило будет, конечно. Да, блядь, по сравнению с четырьмя часами на первом боссе, блядь, будет изи. Да не-не-не, тут как раз таки чемпион это заёб еще тот. У меня вообще их всего 5 штук. А, у них ПВП аксессуары добавляются. Слышишь, а этот у вас, блядь, бронепод у Корнеса есть? Кто? Бронепод. Нет, нету. Этот, Абдикс, Абдикс, ты будешь крафтить? У тебя портняга? А может не бронепод, а этот? Он же Корнесу отдал. Может сапрот? Мне отдали. 140 ему отдали, да. Не, бронепод нужен, ему нужно, чтобы у него брони было больше, чем у танка. Зорки, мне надо скрафтить, короче. Ну, в десятке не помню как, но в 25-ке 100% там. Мне кажется, сапрот ему в десятке нужен. Слушай, хороший. Они... На брони... стенку, на стенку, пацаны, чувствуйте. Какая, блядь, стенка на стенку, блядь? Сетап, кстати, ничего такое. Сова, спасибо. ДК, мага нету. Хант, в ханта потом сауда и все. Сетап хуйня какая-то. А крепкий рок, это что, энг? Да. Броин, блядь. Ну надо вон ханта. Хант, ну. Да, в ханта потом соушку. Ну, кстати, стенку на стенку можно даже. Сейчас его смогут башни. А кто хилый? Леандра это хэпал? Да. Я бы ружку залил первого. Ага. Кто точно будем? ДКшник, Энг, 2 милика, сова. Кстати, ханта. Без шуток реально можно играть через этого. Типа, просто грипается и побежала с Полин в ту сторону. Ага, они все один хуй побегут сюда. Хуй ты, ну понятно, все равно, просто сам факт того, что там типа... А, здесь почту кого-нибудь ткнуть. Так, кто у нас тут есть? Оружка, это непонятно, где вот черепочек. Да, ну присток стоит сладко, ж пиздец. Я бы его разъебал. Да, и поэтому просто мы подойдем, саб дадим и все. Ну что, он в сапе будет стоять? Секунд 10, наверное. Ну, потом маг проконтролит его. Ты мне деменишься на зоре 15 штук? Или... Я не знаю. А ты можешь при пуле просто ловушку туда закинуть. Тоже могу так сделать. А и лучше потом... сапу... Ну да, даже так. И ты потом притворишься. А что у нас тут? Это у нас хилит, прист и паладин. Да? А что какой-то изи сетапчик на самом деле? Нам не говорю совсем прям. Может, что, Геру подождем? Под Герой хлопнем. Да, 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 Геру, да, вот здесь вот давайте Геру подождем. Серьезно. Грипайте в это просто и сразу ружку прям ебашьте. Mm-hmm. А мы сейчас это... Справа начнем. Да, да. Мы сейчас справа обойдем, возле ворот начнем, грипнем ружку, ее зальем. А вот. Паладин просто с центра даст присту сапчик. А я потом трапу туда кину. Зачем? Зачем? Ты лучше это, слышишь, Донт, ты лучше туда трапу закинь, а во второго хила Войд кинет этот, покаяние. Или так даже, да. Да, 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 и типа вы грипнете, там типа за Геру, ну, внутри нужно сдуть просто нахуй. Да, там лям всего лишь, кстати, ничего за хуйня, хп так мало. А может пойдем умрем просто в них? Я тоже зачем попытки? Зачем попытки? Смотрите, нужен хороший состав, что-то слабенький. Гений? Просто Стронгс от Зоркова. У меня уже есть донд. А, есть уже? Хорошо. Зорки, тогда ты держи. Я фарста спекнулся, у меня даже щит есть и такой щит. И три еще надо. Нахуя фарста? Потому что могу себе позволить. Понял. Кстати, что смехный дейвер, я вчера на фарсте дал топ-3 на Игнисе. Он просто себе фроста сделал в Т-10, вот и все. Бля, да фрост это, блядь, 1-1-1-1-1-1-1-1-1 и все, блядь. Ну да, он еще с кучней аркана был. Это пиздец, блядь, в аркане хоть 1-2 нужно нажимать там. Не, вот тут же этот стрелу ледяного вопроку. Зачем тут, ты понимаешь, что там даже не нужно копье нажимать? Оно типа меньше дамажит, чем ледяная стрела. И типа просто через хосту собирают, блядь, это же там типа СПД, хосты немножко собрал, и все, тебе там даже капов не нужно.
Я вообще не понимаю, что ему нужно. Тупой СПД, а где столько взять, непонятно. Не, ему хосты тоже надо много, чтобы эти стрелы быстро кастовались. Да, блядь, ну там сколько, на 800 у тебя стрела секунда будет кастоваться на 6. А Старкан подзаебался, честно, блядь. А фаером я не буду, потому что ты на X2 фаером играешь. Логично. Я не буду играть охотником, потому что я им играл на Афе, да, типа. Ну, кстати, из-за этого принципа я не играю холи паладином. Получается так. Блядь, да холи паладин это заеб, блядь. Бегаешь ретриком, бурю крутишь, все классно, блядь. Потом тебе говорят, типа, этот ГМ гильдии. Ну, слушай, типа, ты же собрал успех. Ну, давай, типа. Будешь теперь мейнить. Вот я теперь буду как 20, блядь, на успех забирать. Зато в 25-ке теперь не скажешь, что паладин не нужен, да? В смысле? Да нет, почему? И ВК 25. Блядь, а я говорю, что паладин не нужен до этого или что? Не, ну у нас их мало просто. А, ну, слушай, ну... Войд есть, который постоянно работает, когда он уволится, еще непонятно. Не, да. Просто ты обычно заходишь, ну, мейн, я мейню, все, заходишь на контакт. Тебе говорят, иди на паладина. Я работаю, ну? Блядь, 7 дней в месяц, понимаешь? 7 дней всего лишь. Сутки трое, понимаешь? Да я знаю, что такое сутки трое. 2 дня ты работаешь в месяц, получается, да? 7 дней. 7 дней в месяц работаешь? 2 дня в месяц работаешь. Понимаю. Ну вообще, если было бы 2-2, типа, если бы я всегда вечером был, я бы всегда попытал на РТ. А 5-2 ты вообще можешь каждый вечер выставить? Ну да. Ну вот, кстати, я вот так. Ну вот я вот 2-5 работаю нормально. 2-5? Нет, я 1-7 работаю. Чего? Ну я в понедельник в офис приезжаю, совещание провожу, а потом вот... Ну, а, так бизнес-мен, все понятно. Там что-то Донт говорит, мне кажется, но... Он... Слышишь? Ого. Да. Возьмешь меня на работу? Что-то на работу слышно. Да. Вы, брат, ты в каком городе? Я, ну, я тут рядом, с МСК. А, с Москвы. А, понятно. Я в Москву переезжать не буду. Можешь просто мне платить деньги, не кайф? Да удаленки, блядь. Хорошо. А я там смоги тебя буду гонять. Ооо! Ты себе плитку положил на Сережу? За то, что водишь ВК-10, да, например? Не, типа, короче, знаешь, типа, так, Серега, мне нужен новый трансмог. Типа, на тебе аккаунт, чтобы к утру он уже был у меня на столе. Кстати, он Дрищ вообще в Москве живет, блядь. Да Дрищ вообще мажор. Он такой прячется от себя. Ну, Гера Прослан, что там? Серый кардинал, блядь. Я не работаю, как бы. Я забыл, что это можно чат, короче, приблизить. Ебашить пора. Никита, а у тебя какой...